Надо и не надо. Да, у нас все хорошо, все забафается. Все будут так или иначе беспощадно бафнуты паладинами. Блять, за что? Так, что там, еще кто-то зашел? Да, я перекинул. Кто моим танком будет? Ферраторка? Окей. Я тебе дам пома, там пока паладинам скажи, что бафать. Давай, так это сделаем, да, действительно. Воид каски, Биорн кидает МП-5, Кабаец, Ганнибал, кулаки, и я раздам щиты. Просто он плотнее, чем ты, вот и все. И не доверяют еще. Да не, почему? Грота у тебя, видишь, получше немножко. Ну, по крайней мере, должно. Биорн в седых холмах еще что-то делает. Да, лоб. Он типа фласку сказал, не купил, сейчас куплю тебе. Ага, понял. Смоньте меня. Так. А что, у нас еще один человек не зашел в Дискорд? Ну, по ситуации кидай эту бдилку. Пока что, да, ему скинь. На первом боссе кому угодно кидай, а там уже посмотришь, что будет. Ножорик меньше кабайца выдает, не надо ему. Ой, блядь. Ножорик, тем более РДД. Ты, блядь, за словами следи нахуй. Да я больше этого не слышал от тебя, блядь. Извинюсь. Ну, ладно, давай я скажу, раз ты от него. Давай так, вот ты перед ДПСишь Женьку, тогда поговорим. А он хоть раз меня перед ДПСил? Всегда. Блядь, хоть на одном боссе хоть раз, блядь. Ты его только на джерах. Ни разу ты меня не обходил. Так, рыбу ставлю, кушайте. Ты меня ни разу не передамажил, если я не сдох. На молчезаре? Там на паре боссов дамажит. На хп пей, там нет смысла менять. Ну, что хочешь пей. Хочешь сапог, хочешь хп. Здесь и то отлично зайдет. Что там, Биорн купил лок-шкаф. Нам нужно кулепало засуманить. Но на ракомакафо не надо, бьют, у него есть своя раз. Да, мне не надо. Я много агроники не вижу. Не агроны, хуя мы. На локоть и на какого-нибудь. На славянина там или кто у нас еще там. Тоже вариант хороший. Как говорят, главное стягивать. Сейчас засуну. Агро. Так. Я давайте сейчас скину проверку, посмотрю, кто не в дисе. Не, вообще ничего не тыкайте, прям ничего вообще, просто сидите. Где вы? 23 стало человека. А сука, кто-то... никто не тыкает. Да и было 20. Не палится кто-то. Или АФК, или что, не пойму. Зай в соседнем канале был. Ну ладно, тыкайте, готов. Кто-то может АФК. Эними, Анзай. Лети снова. Поставьте ему портал. Да, да вы заебали. Есть вот почта. Файл. А, вот почта. Вот почта. Еще раз готовность проверяю. Можете тыкать, что готово. Да, он скажет, я уже улетел. Еда, я видел. Я просто никому, кого, сука, нет. Анзай, ниже Анзай. Анзай вылетел, сейчас же было. Блять, 20... ну я же ему писал. Ну, писал, что зайдите в любой канал. Не-не-не, его перекинули, он сейчас, видимо, отлетел. Ну, сегодня вроде не. Было 24 не человека, кто-то отлетел. Вот Анзай. Перекинул. 24-й он. Ну, блять, не знаю, кто, короче, тупит. Похуй, ладно, не ебет. Увидим потом, кто будет ебланить. Бабах не делил, да? Нет. По бафам Валера распределил? Да уже все бафнули. Давайте объясняю еще раз, там, кто может что не знает. Босс выходит первый, его милики не бьют. РДД можете бить, но лучше стоять ждать. Танки его подводят в центр. Все стоят вокруг, на РНЖ дамажат. Центр подвели, тогда уже милики подбежали с РДД зоны и начали бить. Не нужно за боссом идти и дамажить его или рядом быть, что лужа разольется, будет хуета. То нам много ДПС мы не потеряем, пока ходим. Сразу снобальдов под жопу боссу заводим. Все, заливаем все это говно, выходят черви. От первого червя, который выходит, Валера, забираешь. Второго монтери держишь, который из-под земли вылезет, кислот, на котором будем вливать. Слышал меня, монтери? Ага, отлично. Вот, он вылезет, прожмется, там хилы, я вам помогу.
Не нужно, когда на вас кинется дебаф, бежать к танкам. Стоите дальше, дамажите. Когда залезут черви под землю, танк сам пробежит вас и всех разморозит. Кого не разморозит, ничего страшного. Вот. Убили червей, вылез мороз, стали под щит ордынский, ну, в том районе. И я буду говорить, Ники, отбегаем. Ничего сложного. Там посмотрите фласки, пейте, что у вас не хватает, может быть. Там масло намажет, кто забыл. Есть такое масло на СПД? Так, где, блядь, масло, и правда. Алло, есть у кого масло на СПДшку? Ну, у нас... Чё, почему тут гибридный ДК? Да, то, что у нас ханту пришлось, ВММ аспект. А ничего тоже, что... А, у нас НК нет, я не взял. И НК нету, да. Так, ну все, я запускаю. НК я что-то брал, он не добрался сам. Запускай, пока он добежит. Я запустил, я бежал. Пока я его в центре поставлю. Центра уйдите все, все. Да, отойдите в РДД зону, ждите там. Иначе лужа может ебаная. Ну, кстати, тут ни разу такого бага еще не было, но вот на экстрим частенько такая хуйня вылезала. На пулы в квадрат отдавать. Да, вот теперь у меня после магика нервное это, как его, потрясение, не знаю, стресс. А теперь праведное неистовство всегда проверяю. До сих пор стыдно. Да, мы такого не ожидали. Да я сам вообще их разъебали просто. 5, 4, 3, 2, 1. Меня вайпнули, чтобы я не понадобился. Поехали в нас. От огня выбегаем, в упор друг друга не стоим. Раскол нас так, блин, бьет он там. Волной. Из огня. Ага. Сейчас снобальд полетит, готовимся. Под жопу бежать на кого, блядь. Под жопу. Заливаем снобальда. Приоритет на цель. Рано забрал. Бейте снобальда, очень мало у него ДПС. Все, в босса вливаемся. Сейчас снова. Нет, еще. Снобаль сейчас полетит. Снобаль, да, заливайте. На ком, на танке? Нет, на ханте. Заливайте снобаль. Дал метку. Забрал. Все, босса бейте. Снобаль, да, заливаем. На магию снобаль. Прям под жопу подведи к миликам, не в центре, не в боссе, а вот так отлично. Снобальда сильнее вливаем, там уже второй вылазит, мы первого не убили, чё за хуйня? Вливаем снобальда. Забирай. Босса поехали добивать. Сейчас на червя хренш наберите, на ним геру заберем кислотную. ШП я когда скажу на червях, нажмешь гимнфирищи. Помой, если че, ментерий. Вы справа, 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 вылезет. Вылез, только развернуть его не забудь. 3, 2, 1. Давайте, Геру шама. Немножко раньше наберите, если еще не набрали. Ну, не сильно там далеко. Шупа, нажми гим. Нажмите защитными все, что есть. Сейчас они спрячутся, вас разморозят. Да бегу, бегу я. Вижу, да. Вас.
Добиваем. Сейчас вылезет. Все хорошо. Ля, ребят, я... А, все нормально, нормально. Ну, все, отверни только. Я пытаюсь, это не так просто сделать. Пружинки остаются там, сейчас давайте их попадаем. Брызги через 6 секунд. Наберите раньше друг от друга. Милики тоже лучше отойдите сейчас. На брызги полетел. Все нормально, двух. Маги может и глыбу продать, чтобы снять себе это. Не бей. Убьем чешую вторую. Кучно, возле магов сейчас не стойте шаманом. Да, да, да. Брызги сейчас будут через секунду. Разбежались, пружинки отдали. Бать, милики. Стоите сильно, кучно. На интерии вообще не подходить, нахуй здесь не нужен, ты просто брызги ловишь. В отдельности где-нибудь, встань в чигирях. Что у нас тут такое, друган? Три друля у нас, анима, индия. Кабаец нужен, гарантирован, грязи шмяк нужен. Индия, сдай в кабаеца, БР. Эрдру, сдай в грязи шмяк. Да, пока отойди, ты тут нахер не нужен. Да, простите, я ребафал впавших. К танку близко не подходите. Вот, а пошла, прожался. Инди, сдай, познай себя, БР. Зачем ты, я же тебе не говорил. Или говорил, сорян, анима, сдай тогда ты. Говорил ты ему. Значит, я проебался. Отойдите, ага, все. Сейчас добьем в район, сейчас брызги будут через секунду. Правда, что-то не понял. Сейчас добьем в район щитов. Брызги. Милики, вот на ком дебаф выбежали из рейда, встали в стороне, не бьете босса, не бьете, а танк отбегите от луны отбегите. Все, поехали. Блядь. Да, на пульте. Под щит я его ставлю, блядь. На Карен сразу в центр прыгнет где-то. А нахуй он там нужен, чтобы... Так он у стены не отталкивает далеко. Смотрите, хилы не стойте друг друга вместе, замораживать начнем, чтобы прохилить могли. Хорошо поставил. Идет. Пружинки оставляйте на время. Пробило. Кто не отбежал, тот плов. Самврара на тебя бежит. Ебать, ты в чигирях. Нормально, терпимо. Ой, сова затупила. Ну чё вы, блядь, вы уже видите. А нет, он зай затупил. Берсу зато сняли оперативно. Там, по-моему, даже ДБМ на мини-карте показывает, куда он бежит. Холи Фрэнзи, да, он показывает. Даже череп ставится. Блять, ты что, издеваешься? Может быть, лагает у человека? Он второй раз сдох. Могу предположить только. Либо тупит. Либо тупит. Ну не, он не первый раз здесь. И тупит? Не первый раз тупит, да. Не знаю. Чисто поебал, когда ты 2 минуты пружинки не отдаешь. Ждешь, потом врежется. Да пиздец, не говори. Ну чё, давай. Сариза. Маг. Все видят метку. Бля, пружинки отдам. Ебать, у меня взрыв 24 тысячи критона. Какой-нибудь демон думает, бля, когда там экзекут фаза пойдет. А с каким? 30% начинается? Да, по-моему.
Ну, чуть-чуть осталось. Столько бафов, что я нажимаю тучку, я ее не вижу в бафах, поэтому не могу снять сам. Макрос сделай. Да, на макрос прописать. Лок. Ебать, я хуй знаю. А я еще даже перед ним ничего не видел, в чем он врезался. Пета. Ебаное говно, блядь, нерабочее. Сбоку встали, чтобы стеночку отлететь. Вот мы в ВВК будем охуевать. Ебать, тебя там пробило! Я тоже видел эту хуйню. Как будто крипанул или чё, хуй знает. Да, дядя, у тебя кап защиты есть? На инди бежать. Опять пета, да? Да, опять пета. Ну, блять, управляйте петами. Вот вы когда босс прыгает туда, нажмите пету следовать за вами. Они просто стоят, босса бьют, и он разгоняется и сразу в пета врезается. Не-не-не, он уже здесь врезался. Пет был возле лока. Пета же так же откинул, а он после оглушения пет побежал бить босса, а не следовать за своим охотником. Ну, судя по тому, что я видел, это как раз таки то, было то, что ты и описал, что должен сделать лок. Просто пет двигался медленнее лока. Потому что лок под ускорением, пет нет. Я тебя не понял. Ганнибал на тебя бежит. Да ты... Блядь, друг, ну под конец, блядь, обосрались. Да. Сферу рольте. Маска есть. Так, нет. Трофей рольте. Ебать, один за другим. Вот тупо всем нужен, блядь. На ДК реально нужен. Да. Он уже кожаный рольт. Что-то в АДК точно нужен. Че, никому это говно не надо? Шаму роль ТПС. Че, не нужны? Ну, паладин тебе нужен пояс? На офф спеке роль. Ну, я понял. А мой первый и последний ролл, наверное, на офф спек, да? Нормально. В курсе не контролит сейчас эти инферналы? Нет. А где это написано? Или это баг? Баг. Ульти кинжал. На этой неделе баг. На этой неделе у нас действует такое. Мы их раньше первых не контролили. Че, не нужен никому кинжал? Ну, типа, обещают, что-то починят. Нет, почему раньше контролили? Ну, по возможности, лок все равно попробует взять хотя бы в изгнание, а там уже... Я вот буквально сегодня ходил, буквально... Ну, там только Павловский работает. Так, в смысле, знания? Про баф эти, тех, кто умирал, да, знания зла. Был, не буду ставить, там человек 5 умерло, не профитно будет. Ну я масса круз дам в любом случае на големах. Не поменяют, смотрите, а босса танкует тераторка, в интерии ты мобов собираешь, сводишь к нему. Вот, появляются тёлки, их не фокусим. На кого лужа, я буду говорить, ники убегайте, баблом глыбой снимают, класс соответствующий. Кого прохилить, я буду говорить, сбивают косты у нас. Терн, познай себя, сбивают косты. Ну, он холли, если что там. Ну, хотя не надо тебе это, там рудно забирает. Вот, ФДК, в общем, сбивайте косты друг друга, страхуете. Маги, что у нас, один маг, да? А, три мага. Ну, сами своруете, вам помогать не будем, стаки. Появляется голем, на первых големах ничего не на контроле даже пытаться. Геру дадим, зальем быстренько одним за другим. Хилы, готовься, нужно будет прохилить. Все вроде. Смотрите по бафам, все у вас есть или чего-то не хватает. ДК каску просил, тебе дали, да, ДК? Ага, отлично. Все, все готово. Запускаю.
Во время того, как будем бить големов... Бля, кто у нас остается? Шаманы, 2-2 хила. Шаманы, пожалуйста, если у вас получится возможность, пока будем бить големов, забивайте каст боссу. Или давай одного ДК оставим, чтобы он не бил големов. Давай, давай. Познай себя, останешься на боссе в любом случае. Позбиваешь косты, хорошо? Вторые големы, если вылезут, то попробуйте их локи поконтролить. Не получится, ну и в рот компот, чё. Ну, сакру на первых валера не сдавай. А хотя успеешь ты на тех сдать. Она примерно 2 минуты там. Как нормально. Раз тютя в тютю. Сейчас еще БР откадешится. Да, сейчас припотики, хуётики. На этих, на инферналах, конечно. Да, на инферналах один. Быстрее затем, быстрее босса свечники. Я буду на инфернал ставить метки, черепок. Заливайте по фоксу. Три секунды начала. Косты, о, отлично, под конец, кусавчики. Сейчас пламя будет. Чё, где я учу пламя? Прохильте сомбреро. Ментери, соберите лак. Да. А Несс, убегай, на тебе огонь. Сам себя прохилишь. Стаки, стаки. Блять, ебать, одновременно. Несс, сдай БР в Энимо. Энимо встанешь, дашь БР Ганнибалу. И сова дашь паладину. Волтит Найт, как правило. Ага, отлично. Сдайте БР. Энимо в Ганнибалу, дай. Просильте лок мана. Скоро инферналы будут. Стайки, стайки, стайки. Стайки забирайте скорее. Ну вы пиздец долго забираете. Сейчас инферналы в левом. Геру давайте шаманы, поехали, фокус поставил. Барута просильте. Гимн на хил. ШПС, дай гимн на хил. Следующий инфернал. Ганнибал, ты бьешь элементалей, ты че здесь босса хуяришь? И последнего заливаем. Притяните ДК его. Все, поехали, боссы. Прохилите ракам. Тырьте стаки. Сейчас помогу пуржить. Грижмяк, на тебя огонь. Усилили его или что? Прохильте ворота. Смерть. Сейчас стаки будем готовить. Ворота прохильте 5 секунд. Стаки. Снимаем, прохилим раком АКФ. Гимн на ману сейчас дам. Но он и без стаков ебурин больно. Пламя сейчас полетит. Биорна, прохильте. Пламя на Ментерии. Отойди чуть-чуть. ШПС дай гимн на ману. Инферналы готовимся также по метке. Попробуйте локи по контролю 2-3, если получится. Поехали. Притяните ДК.
Блять, где он нахрен? Не вижу его. Поставил метку. ШПС остался, гимн Хил друг не сдавал. Можешь скинуть, прожмитесь на защиту. Даже Павловская не контролирует. Проехали, следующего проехали, дамажить. Пьем инфернал, отвези босс. Сейчас следующий инфернал, притяните мелизону. Давайте, 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 поднажмите. Ганнибала прохильте. А, ну и кого добили. Дайте лучше по фокусу, который оставлю метки. Стаки, 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 быстрее. Все, ну блять, может еще вылезти. ДПС маловато осталось. Коли Френзи что-то за тут нам не сказал. Манкля Крака прохильте. Коли Френзи прохильте. Пробежал Биорн или Бабу. Стаки сейчас будут. Ментерия прохилить. Где стаки, сука? Пламя, познай себя. Были, были стаки уже. Босс, стаки, 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 стаки. Босса добиваем, прожмитесь на защиту. Надо добивать инферналов на сольем. Уверен, 7 лямов еще добивать, блядь. Да, у нас, блядь, нечем. Ну ладно, давайте, что-то я правда охуел. Поставил метку, притяните его ДК. Правда, я ебанулся. Следующий поставь метку, бля, я не могу. Манка я крака прихильте. Последнего добиваем. Стаки, стаки на нем, стаки. Ну добейте голема последнего, но он же подсирает. Сейчас добьем. У меня вон отлетело уже. Нормально. Должны добить. Должны, хуйня осталась. Что-то он куда, блять, поменялся. Ну что големов никто не может контролить. Локума опрохили, отлично. Блять. Ментери мог бы сказать, что ты сдох. Фичу прохильте. Есть кому бить. Так что, Павловский тоже не работает, да? Да, не работает. Я Пичу отдал ручки, чтобы он его не ебануло. Ты пишешь? Алло. Это надо говорить, блядь. Да ладно, похуй. Приехали уже. Но косты кикайте, косты кикайте. Я иначе сдохну. Фоли Френзи позбивай косты. Хорошо. Славянина некому это поднять, я уже ручки отдал в метку. Тупо добиваю. Блять, нулям. Стаки, 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 стаки. Уебать, нас чуть не пошотало. ДК, призовите армию. У кого есть, добивайте. Тупо лям добить. Добиваем. Ебать. Сильнее нуба, сука. Еще и боярка упала. Резать, но ну, не заходить. Ну это хуйня, она все на трех прыгает. Нахуя сломать патрон? Да ладно. Рольте сферу. Не, она просто там на последующей цели меньше урон наносит, поэтому похуй. Да вообще, в принципе, просто он ебашил сейчас по принципу, повесил стаки, тут же въебал. Да они поменяют на следующие КД. Ребят, они вы да, просто надо диспелить. А, давайте это, вставайте, ребят. Трофей, Роль.
Все, лежите там. А держу в курсе. Первый брол 19, потом 19, сейчас 20. Поздравляю. Поддерживаю в курсе все. Грязишмяк, ты что там? 4 ролла до 10. Егорка, вставай. Воешку все ролят. Ну шо, бог ролла. Ой, я понял. 22. Уже расту, бля. Сука. Ох, а сфера для крафта, да, нужна? Топор рольте. Сок. 1 ДК? Серьезно? Настолько всем... Ладно, что... 1.5 им вообще... Не, ну ты анхоли. Фрэнзи, ты в анхолике же идешь. Терн с ДК. У меня просто пушек. А зачем фрасту пушка 1.5? Нет, это нормально. Да, по-моему, говно сижу. О, 1.5, согласен. Пиздец. Это чисто вон в жопе себе ковырять. Ну а кому тут? Я терну отдаю. А он уже дальше что хочет. Ну, ханту отдайте. Сам. Если ему действительно надо. Ну, хант в любом случае третий был. Кожаный грудак, ролик кому нужен. А кому? Монки? Не, монки не надо. Ну, мало ли, чему какая разница. Пушки да пушки. 1.5, не 1.5, похую. Инди, ты ж сова вроде, нет? Не, тем более говно пуха. 232 с меткостью. Ну, я грязишмяк отдам. Ему не надо, заберешь у него. Так, бафайтесь, сейчас рыбу поставлю, запущу боссов, отходите на сторону щитов орды, я запущу, пока посмотрим, что там попадает. Славянин не туда. Не в ту дырку. Да, не та дырка. Ставлю рыбу, кушаем. Потому что в Лизан напиши и спроси, почему они так сделали. Не, ну я согласен вообще. Так, я еще... Рога, ДК. А зачем танкам шмот? Воин. А, ну все, вот трое. 9, бля, дрочить. Смотри, Валера, ты держишь... ДК рогу, стараешься приоритет на рогу удержать. Вар, ты держишь вара. Вытягиваешь его постоянно, контролишь станы, даешь все, что можешь. Вы без хилов там простоите, Валера? Ну я, да, не могу ручаться за Ментери. Да, подхилишь его, постоите вместе. Если что, к вам хэпал прибежит, если ты даже знаешь, что вы там разваливаетесь. Хэпал прибежит в бабле. Хэпал, думаю, сам увидит. Но... Лучше ты скажи, а то он как бы хуй знает. Может, вы еще держитесь, а он уже побежал. А, я, конечно, да, может быть, да. Вообще охуевший настолько, но мне кажется, я и один, и троих подержу. Но... А поэтому у нас чел нанес 0 урона на прошлом боссе. Как можно умереть, блядь, не нанести 0 урона? Ты про кого? Ну, вот ДК, Айслэр. 0 урона, блядь, его в рекаунте нет. Он что, типа, ебать, отошел чисто покакать или что? Не знаю, похуй. Его нету. Короче, похуй. Держи ты, Валера, которого я тебе сказал. Вар, держи вара. Вот. Заливать будем ханта. Танки справа заходят, мы слева. Сейчас ставлю метки, кого мы по очереди заливаем. Сначала ханта, потом лока, потом мага. Ром поставил. Ну, по ситуации могу метки менять, кто будет ближе, кто будет дальше. Это не важно. Вот, по контролям, сейчас говорю ники, вы вкидываете свои контроли. Лок, локал мэн, ты дерево друида контролишь. Нажорик, покидай. Покидай, наверное, в ШП покидай полиморф. Сариза, покидай превращение в чернокнижника, пока мы его не бьем. 6500 он на первом выдал, на джаре вообще 0. Сомбреро, ты кидаешь в мага овечку. Ч
Что там у нас? Глишмяк не забыл там намазать? Не, все намазал. Все, пушка. Шаманы, Барута, тебе нужно будет покидать жабку в паладина, пока ты в него жабку скидываешь. Так, что там осталось? Анзай, ты кидаешь шамана жабку самого. Кого там гудит телефон? Что я забыл, блядь? Ничего не забыл вроде. ДКшники, сейчас очередность скажу, кто вытягивает. Первый вытягивает терн, подходит, то есть начался бой. Один терн подошел, вытянул ханта. Второй стоит Unholy Frenzy, вытягивает. Мы будем вот здесь у ворот стоять. И третий уже в кучке стоит. Познай себя, ты вытягиваешь уже в кучу. И начинаем дома. А можно не у ворота? Вот у этой метки ровно, ну, противоположно. Это сильно далеко. Это вас просто убьют, пока мы будем притягивать. Блять. Ну, просто я тогда могу... Я тебе говорю, вас, блядь, развалит. Да, монетария в любом случае развалит, а меня-то нет. Короче, урод, стоим. ДКшники постоянно, вам нужно будет отбегать и притягивать на дощечке цели. Это приоритетная для вас задача. Шаманы, ставите тотем, который втягивает отрицательное заклинание, не помню, как он называется. У него тоже есть отбил. Присты, вкидываете масфир. Ну, в общем, все расконтролить как можете. Если на вас какой-то милик сорвался, сел, вы кайтите, не дамажите, просто бегаете. Попуржит, я попуржу сам. Ладно, похуй. Вроде все. Давайте пробовать. Посмотрите, бафы все ли у вас есть. Контроли, надеюсь, все свои запомнили. Раз в 3 минуты. Вроде, блядь. Все, Валера, вы готовы? Где монтерия? А он, блядь, бежит. А у меня вопрос, почему терпером первый тянет? Все, подошли сюда. Я на себя метку поставлю. Подошли в метку. Танки можете начинать. ДК, подожди. ДК, кто терн был? Подходи поближе. Все, можете начинать танки. Первый терн, второй Unholy Frenzy. Третий. Узнай, познай себя. Второй, третий. Берд, дали? Ой, этот. Геру, блядь. Поехали, дамажем. Масферы не забываем скидывать. У кого что-то стыбить не забываем. Там это. Осман здесь пол, да. Еще раз масферы скидываем, весь контроль, что я говорил, скидываем. ДК, мор не юзай. Добиваем крест, играем потом в крест. Притяните его сразу поближе к нам. Отлично. Косты, отлично. Не надо цепь. Не забываем контролить свои цели. Касты взбивайте. У нас много кому есть. Каст, отлично. Следующий ромб. Ромба притяните. Сразу ДК выберите его в цель. Ну он здесь, в принципе. Че, он улетел? Забиваем ромб. Потом в череп играем, в паладина. Поехали в пала играть. Чё вы там, танки нормальные? Алло. Да, вара вообще красава. Первый последний раз послушал. Вот такого больше не было нахуй.
Ну, без шуток, он прям тут чуть ли не в одного их танкует. Так, где-то у меня не спарится. Не надо вилку снимать. Не было даже. Где этот божественный щит? Хуй знает. Пусть она будет, наоборот. Тебя там всегда. Ну, Самула потом играем. Добивайте Милана, играем Самула. Мула добиваем, грамм, чтобы ПДК притянете его поближе. Задаваем шип. Вам дерево убежало, ебать. Да, и заебись. Стал. Я ему тут стан дам, он тут постоит немножко. ДК, выбегите, дерево к нам притяните поближе. И еще поближе есть у кого? ДКшка. Все, отлично. Дерево заливаем, следующее. Сейчас уже к вам побежим. А, вообще похуй. Кто там самый лох? Пашка, поставишь мне? Вар. Хочу, выведу его. Выводи. Сейчас, секунду, от меня отвяжутся. Там уже побежали, бежим. Заливать. А не надо никуда да бежать. Отошли, блядь, что ты ноешь? Ебать, вы сейчас... Сто раз так делал, ебать. Я рогу держу, ты ДК. Вар, держи ДК. Пока не... Бля, я бы вывел, не знаю, чего второй питать. А чё ждать? Зачем? Смысл какой? Ну, чтоб мы сейчас как ебланы не бегали за рубль. Ну, блядь, то есть вы делаете свою работу, а мы гораздо быстрее зальем, не будем ждать, пока там что-то выводишь, правильно? Да, тип-полк. Заливаем потом, ладно. ДК. Блядь, рогу последнюю убиваем, ебануться. Цветя не нравится. Мана и мана. Так вот почему вы мне постоянно МД5 кидаете. Цыка. Нас спалили. Отъебись от лока. У Артаса тоже мана есть, нихуя. У Лизами, наверное, изначально так где-то забыли. Полуполудник. Он так и оказался. Просто а заменили. Да ладно, в чем их разница? Во всем. Если у ДК был бабл, то у ДК есть зеленка. Почти бабл. Нихуя. Зеленка прошибается, но если бабл, то бесплатно. Сто КД меньше. Одним классом. Да, сто КД меньше. Так, блять, она пробивает. Бомжи есть. ДК. У ДК есть грипп. Ну, знаешь, бабл тоже диспелится. Ну так только два класса могут диспелиться. Зеленку кто может диспелить? А зеленку не надо диспелить, она прошивает. Ну это только в ПВЕ, а в ПВП она практически не пробивает. Где стролок спокойно прошивает? Ну только хаос болтом. Ладно, похуй. Да, по сути, где танковские шмотки? Ни одной. Какие танковские? Че ты доебался? Вон на филас вверх. Сферу рольт. О. 7, а, нет, 68. Нормально. Так, что там, фасочка есть. Трофей рольте. Что? Опа, 64, блядь, нормально, держи планку.
95 не обогнали. Один. Да, он у Инди один. Бля, такой же посох сегодня не брали в этом. Анимашка 11. За честно. С меткостью рольте тканевый пояс. Я что успею сбегать перед вас? 20-е, нормально. Пиздец, что за хуйня, блядь? 8. Ой, какие вы гонки. С вами вреды ходить, пиздец, блядь. Смотрю, кого-то ниже, чем у тебя, вон лок. Я почти посох с магика выролил. Мне 95 кинул, пришлось перераливать, блядь. И я проебал второй ролл. А тут нихуя. Пал, тебе наручи нужны? Хапал. Хуета. Ну, говорил, заберу. Нов спек, рольте. Паладина. Может, это он так радуется, типа, хуета. Да, да, я заберу. У меня найдется всегда, куда пристроить халипаловские шмотки. Где-то на сайте смотрим. Так, ну давайте сейчас. Там пояс маг выролил, нормально? Какой маг? Ну и чё? А, наебал, я не там ставил, забейте. Что ты меня, сука, я выролил, блядь. Отойдите от центра, запускаю. Сейчас возьмем все белую сферу, станем черные. Ханты, давайте вы возьмете противоположно, будете ловить сферы. У нас один хант. А, ну все, блядь, монки, ты в одного бегаешь. Да, берем белую. Берем белую все. Белую. Сомбреро, белую. Одну сферу лови петом, другую. Черную берет только танк второй и хант. Монки, ну ты понял, да, что делать надо? Ну, как обычно. Что, отлично. Ну, не все, но там частично хотя бы вылавливаю, чтобы нас не влетало. И не попадайся на противоположного цвета сферы, иначе тебя разорвет очко. Главное, возле танков не бегай, бессмысленно. Вот, стоим все в метках, на перебежках становимся в квадратик, здесь луну. А танки там сами, кого выберите, бейте, я не помню. Тут похуй, все равно угро вообще. Вливаемся в темную. Я буду говорить на спецспособностях, что делаем. Не нужно там заранее тыкать, что-то в панике бегать. Вот. Геру я тоже скажу, когда дать. На пул квадрат. Бдилку перекинь с меня на вон. Энима, Конан, Полифрензи. Бдилку скинь на другого человека. Ментерий, проснись. Давай, скинешь, готов. Все, готовы? Я скажу, когда бэл. Может, вообще никак. Все, отдал. Плюс агрит. Не бейте сразу, только на пулу сразу бьют агрит. Сейчас, Я давай, скажу, когда можно правая. Бить, чтобы вы не оторвали, и мы ебало. Все, поехали вливаться. Наебать белых пути. Много сильно. Спецспособность сейчас будет. Ничего не меняем, туда же дамажим. Касс собьешь, Валера, в конце. Понял. Слышал? Да, услышал. Ну, сбил. Нахуя вы сбили каст? Я не говорил никому сбивать каст. Не сбивайте. Босс пока кастует, он не бьет, не наносит урон. Нужно сбивать его в конце. Я говорю, ник, тот человек сбивает. Монки, старайся белые не задевать пока что. Только черные. Расист, что? Прожми шип агим на хил. Нормально вроде. Все нормально. Сейчас в рейд черный. О, нифига, монки, красава. Вооружение. Спецспособность сейчас будет, готовимся. Ничего не меняем, дамажим. Монки только прохиливайте, чтобы урон получать. Тянуть... Ну чё вы, БР, сдай код, анима, сдай БР, вон, Монки, быстрее. Сразу прохильте. Тоже беги за сферой быстрее. Он, ему черную же надо здесь брать. Все взял. Нормально.
Я ему даже сокру дал, нихуя его не прохилил. Сейчас спецспособность через 5 секунд. Поменяли на темную, бьем светлую. Поменяли. Монки, ты тоже должен поменять прохиливать, прохиливать и на фул. Кто-то не поменял. Темную все взяли. Нажми, побежали. Нажал. Бежали, темную. Побежали. Сферы всех... не цепляем. Белые. Всех темная. Ну так и должно быть. Геру нажмите, шаман. Нажмите Геру. На станк упал. Блять, Инди, дай БР Ментери. А, ты мертвый, дай Рдру БР Инди, а Инди Ментери. Напуливайте сейчас изо всех сил, ребят. Спецспособность сейчас будет. Пизда. Ничего не меняем, дамажим. Валера, собьешь? Собью, если вы... Ну не я сбил. Ну нахуя вы так живете, я не понимаю. Ментери, ты возьми сферу, блять, а потом агри. Взял? Все, тогда сорян. Бей свою. Все, я. А я умер. Атаки в жене боя. Ну потому что он умер. Что убил умер там. Охороните меня. Добиваем, ничего страшного. Не расстраивайся, нажимай. Еще одна гибель мне это напишите, блядь. Еще одна спецспособность сейчас будет через 6 секунд. Готовимся. Ничего не меняем, дамажим. Не сбивайте ебучий каст. Валера, собьешь? Кого? Я бью другую. Я понял. Ладно, иди так. Нам ебать как везло, блять, один раз всего лишь перебежали. Да. Сейчас на ну убивает нас еще 14 минут. Давайте быстренько разроливаем, чтобы еще фласки остались. Ролим трофей. Пять. Нормальный, блядь. Пиздец, это что за хуйня, блядь? Пять. А что за дерьмо, блядь? Кто проклял нам? Эроя, блядь? Валера, можешь пока запустить, я успею разролить. Кожаный пояс Эрдру тебе нужен? Ардру, сова. Кто может эту порчу снять? Ролите на офспек, кому надо. Никому не нужен. Я не мою вижу. Так. Сферу рольте рыцарем. Так. А, 18. Ты заебал на свой ролл искать в жопе. А че за угандон меня проклял, блядь? А? Танки рольте на руч. Он не в рейде, да? Валера, тебе нужны? Я тебя найду, блядь, мразь. Кинжал рольте с ловкостью. А в спейке там еще куда-то никому не нужен. Зубы чистить. Где, блин, не жалко. Роли отрец, только те, у кого есть КЖФ-ка по наручам, посмотрю. Валера, если знает. Валера, посмотри, у Кубайца же есть вроде, я не помню. Сейчас посмотрим. У Кубайца есть точно. Да есть у него, есть. Смотрите, сейчас... Спустимся, никто... А, умирали люди, быстро рыбу поставлю, покушаем, объясняю пока, что делать. Вот, Ментери, ты можешь спекаться в ДД. Одного танка бьем. Будут выходить мобы, я сейчас метки поставлю. Какой чес, блядь, чувак? Набрать... Блядь, спекайся, у нас нету времени. Будут выходить мобы, я одного моба буду контролить, который будет подходить к боссу, второго заливать нужно будет. Вот. Кто у нас на сферках будет, сейчас посмотрим. Блять, ну... Инди побьешь сферки? Все, все ебну, все, блять, сейчас плакать. Слышишь? Только не нажимай этот...
звездопад, иначе будет очень плохо. Вообще, в принципе, в бою не нажимает. Когда уже сферок не будет, либо мы на ласт фазу перейдем, не нужно, тогда уже можно тыкать. Так вообще не тыкай. Вот. Потом босс закапывается, все от него убегают, моба РДД добивают, ставлю руку, кушайте. И бегаем. То есть я говорю ник, он остается, допустим, у воды. Все остальные от него бегут в противоположную сторону, где начали бить босса. Потом остается тот, на кого босс опять выбрал. Ну и так и бегаем, чтобы экономить сферы. Там три раза, по-моему, босс может закопаться. Шаманы, Барута, поставь ты тотем защиты от сил природы, остальные не ставьте. Быстрее спекайся, пробафаешься, фласку можешь не перепивать. Бафы раскидайте заново. Что я забыл сказать? Ничего вроде не забыл. А у вас ММ топ работает, кстати? Не могу проголосовать. Бать, ты вспомнил. Я голосую, меня типа выкидывают обратно. Вчера... Смотрите, все у вас хватает, все у вас есть. Мак вернулся. Он летал с Урижа. Лавку скиньте еще раз. Все отлично. Энима живой? Все, подошли к боссу, даю время на пул и поехал. Что там припотом, что я? 3, 2, 1. Буду контролить одного из мобов. Ролера заберешь. Индиго. Хорошо, разбили тебе сферу. Вышел моб. Моб вышел. Забери моба, Валер. Ну, блять, нахуя? Вот этого вот поферяйте. Ганнибал поферяй. Череп. Вливаемся во второго без метки. Все, больше фера не надо кидать. Сомбреро умер. Инди... А, у всех КДБР. Ну, Холи Френзи притягивай второго моба. Вливаемся в череп. Сейчас от КД, что у нас БР, анима, ты БР, не считаю, что напомню. Быстрее мобы вливаем, уже новые идут. Вливайте быстрее, очень медленно. Сейчас, правда, за тут был, ну ладно, идет новый моб. Ждем. Моба забираем, вливаемся в череп. Все вливаются, сейчас очень быстро нужно залить вторых мобов. Без себя притягиваете ДК второго мома. На льду РДД добивают, милики убегайте. Иси Слэйр. Следующая цель будет. Добивайте моба, дайте ему станк туда. Дай Валера ему станк. У воды нет сфер. А чё, чё с водой, Инди? Разбейте, кто у воды сферы. Пал, беги на воду. Там он сфера сейчас будет одна, остальные в начало инста, я сейчас разобью здесь. Начало, где босса начали бить. Не забываем бить скоробея. Вижу бобса, красавчик. Так, кабаец остается, другая цель сейчас будет, да? Войд, остальные к воде, я сейчас разобью сферу воды. К воде бегите. Ганнибал остался у воды, остальные в начало. Сейчас вылез. Все, вылез. Подвели скоробеев под босса. Залили их массой. Сейчас мобы выйдут, готовимся. Сейчас за контролем. Вышли мобы. Ну, что вы пэтом? Пэтов контролите, Локи? Локи, Локи, Локи. Кто пэта на посадил? Бейте моба. Босса на пульте, пожалуйста. Там лок срывает потихо. Славянин, дайте сальвы, если есть будет возможность. Следующего моба тащу. Убивайте. Сразу следующего моба играем. Анима БР откатится. Анима БР, да, скидывай. Ну, буквально 10 секунд у него еще. Ну, да, сейчас. Все, поехали, босс. Вылезли мобы. Очень медленно, кто-то не заливает, блядь. Чё, где второй моб? Кто-то не заливает мобов, потому что, блядь, мы очень долго бьем. Вливайтесь по черепу.
нахуя? Пофиряй Ганнибал второго. Да все, не надо, не надо. Потерплю, ебать. Ну все уже. Там претендент Холли Фрэнси, его и стан ему сразу киньте. Паладины. Я проебал гриб. РДД добивает, блять, сфер мало вообще. А, ну их и не летает, нахуя, что за хуйня. Сейчас с бобами будем играть, когда напало. Стерн, кладе, беги, остальные. Где-то тернуть не вижу. Да, остальные начало инста. Скоробеев не забываем бить. Сейчас еще там собью. Бля, ебать, друид выжил. Словения в начале остался. А, Анзай в начале остался, остальные бегут к воде, я сейчас там собью сферу. Он уже друид сделал. Отлично. Не забывайте бить скоробеев. Анзай, ты что там делаешь, ебать? Нес, Эрдру сейчас у тебя откатится, БР, дашь Иси Слейеру, а Индия сдашь Анзаю. Блять, я так как умер. Ну что, он тебя по тебе прокатился, наверное. Анзай сам встал, Индия сдашь меня, БР. Я нихуя не вижу по сферам. У нас осталось, а, ну вот они все в куче сферы, так что стойте там, бейте. Отлично. Мобы пошли, снова пойдут. Дальнего за контролем. Где эти мобы? Второго веду. Забери его. Я заморожен. Угу, все забрал. Убивайте мобы. Босса бейте. Вышли мобы. Контроль. Нахуя, вы кидаете хуйню? Ну, трапа есть, я второго сейчас заберу. Да блять, чё, я говорю, я за контролю, нахуя вы этим занимаетесь, я не понимаю. Ох, я двоих поделил. Офигай Ганнибал второго, про безметки. Не развалились. Развалишься, у них стаки набираются, блять. Это не от тебя зависит, понимаешь? Я знаю. Да, пиздец, он закопался. Сферу воды нет. Сферу воды нет, да. Пиздец, бегаем, те, что есть. Повинен. У тебя боб Валера есть? Да есть, но он уже в упор. Видишь? Я вижу, да. Сейчас следующий человек, на кого выберет. Беги, Монтерий, куда-нибудь в жопу. На тебя дадут боб. Не налет, беги в сторону. Да, на тебя дадут боб, Валера, дашь. Да, дам. Кабаец, у тебя боб не в КД, кинь. Налет, заходи потихонечку, налет. Ну, прохиливайте его, насколько сможете. Там он не успеет. Не успел. Сейчас кабаец, нажористо убегай, насколько можешь. Анзай, насколько к воде, ой, к этому беги. И тебе кабаец даст боб. Он за лед забежал. Моб еще выкопался. Ладно, следующий. А моб, заебись, блядь, что за бедлам происходит? Бейте моба. Слэйер. Здесь есть он боб? Да, все вылез. Добейте моба сначала. Сведите скоробеев в кучу. Это последнее. Нам сейчас нужно, блядь, перевести босса. Сколько у него? Да хуй мы его переведем. Контролю моба. Вливайтесь. Геру? Да, давайте Геру. Да, все равно не переведем. Я не понимаю, нахуя вы что-то там кидаете, контроли какие-то, решайте, кого будете агрить, вы просто разлад вносите. Типа, бля, мой ближайший был твой за контрольный, этот был вообще в ебенях, я просто его бы не достал. Они одинаково к тебе стояли? Нет. Да. Блядь, ну мне-то виднее, как я стою. Ну, блядь, какая разница, ты нихуя, ты сначала сбиваешь контроль, потом говоришь, и в итоге оба без контроля остались. Что, контролите? А контрольте, Ганнибал, контролишь череп поставил, кабаец. Если выйдет с контроля луна, кинешь в него, если он подойдет. Если ШП, можешь контроль. Бейте босса только. Один моб пусть повисит, ничего страшного. Ебать, у меня положил ревностный. Вот, а ты хочешь... Давайте вайп нахуй. Давай. Да, дело не в этом, дело в том, что вначале попередохли.
У нас сферами какая-то хуйня, я понять не могу. Куда все сферы делись? Босс очень много взорвался в одном месте. Ну, что, не может, вот... ты похуячишь сферы? Блин, ну я вроде неплохо там носилка не убил. Ну давай, разбиваем. У нас был момент, что он убил шамана. Я не знаю, зачем шаман убежал в самый конец. Анзай, объясни мне, зачем ты убежал там, где нет льда, нет ничего, еще и пала нет рядом, который тебе бы дал бог. Ладно, похуй уже. Падайте, кто-то не умер. Да нихуя не похуй. Он разогнанный, убил Анзай, потом побежал, тебя убил. Кто не умер, падайте. Нет, я сам забежал в шипы, когда он... Сейчас фласки кончились, нужно будет перепить.